Ты опоздал на полчаса. Много работы. Один пациент немного. Как у нас с запасом ватных палочек? Если не хватает, могу сбегать домой. Нет, не можешь. Мило. Привет, больные и их близкие. Дабы сэкономить время и избежать скучнейших разговоров, я доктор Грегори Хаус. Можете звать меня Грег. Я один из трех врачей, работающих здесь этим утром. Коротко и ясно, бери папку. А этот луч света — доктор Лиза Кади. Доктор Кади управляет всей больницей, так что времени на вас у нее нет. Я по горло... сертифицированный диагност с двумя специальностями — инфекциониста и нефролога. Я пока единственный врач в этой клинике, кого тут держат насильно. И это правда, не так ли? Но волноваться не нужно. Большинству из вас поможет и мартышка с пузырьком ибупрофена. И, кстати, если вы очень меня достанете, я могу вынуть вот это. Это Викодин. Он мой, вам его нельзя. И нет, у меня проблема не с обезболивающими, а с болью. Но кто знает, может, я и не прав. Я слишком обдолбан, чтобы понять. Итак, кто со мной? А кто подождет других двух врачей? Хорошо, если что, я в первой смотровой. Джоди Мэтьюс. Пройдите, пожалуйста, с доктором Хаусом.